Журналисты трудно угнаться, кто не сам. Это кофе или кофе? Занька. И я сейчас принесу тебе. Ладно, снимаешь. Уже из Санкт-Петербурга? Все машины сегодня не важно, что Юля, это со звуком? Да. Надо думать, о чем мы говорим. Когда мы будем совсем старые, нам где-то 80 лет, мы будем смотреть на себя. И вспоминать. Ты уже сделал фильм или это та первая пленка? Не, у нас много фильмов. Юля, вы должны... Сегодня какое? Сентябрь 22-го 90-го года. Мы поздравляем Валерушку Силыча с его вступлением в наш клуб 50-х. На будущий год ему будет 50. Но сейчас ему по фунту 50-й год. В Израиле. Красавица моя. Он говорит, подъем, автобус, смотрите направо, смотрите налево, поехали. Эмма, ну покажи, как дела. Как дела? Эми, у нас может стать. Эми, ну сделай стойку. Эми может вот так встать на стойку и протянуть обе лапы. В любви. Да. Вам не нужна собака? У нас никакой. Но я знаю, что мои приятели хотят отдать свою собаку. Мы не можем. Мне очень нужна собака. Я очень люблю собак. Какая собака у твоих приятелей? Такая, знаешь, которая была... У Валеры была до этой собаки была такая вот рыженькая, такая мохнатая. Ну, не знаю, какая.
Вера достала своего мужа для похудания. Мы с ней связаны. Ей не надо худеть. Да, я мужу в среднюю фитнесе. Я обычно всегда что-то новенькое предлагаю на подобные те самые. В этот раз ничего такого новенького нет. Я начал... Да ничего, газеты. Я начал писать поэмы. Я вам просто начну, когда мне прочитаю начало. Что такое? Она, если меня хватит здоровья, мужества и все такое прочее, и условия, ну, может быть, она будет закончена. Поэма, давай поговорим. Музыку? Кощей бессмертный. Бессмертен ты, бессмертная душа любая, хоть того же голыша, обкатанного жесткими валами. Жизнь нелегка, но в чем-то хороша, являясь элементом в панораме необходимым, даже не дыша. И будучи в себе самой инертным и шатким, как походка алкаша, он тоже мнит себя почти бессмертным, эпохи заедая без ножа, не веря в песок и легкий прах, ах, не сегодня. Я, впрочем, не об этом, а бессмертие хотел с тобой немного поболтать. Ты злобен, ты зарать угонь, губишь рать, перекрываешь воздух и движение. Хранишь, как я слыхал, золотую кладь, верни клад, и чахнешь над вложением. Иди ли с кем не попадет кровать, и черти что рассказывает черти, мол, пьянствую со смертью словно тать. И спишь, не раздеваясь на мольберте, о, сплетни вам вовек не увидать. Обычные дворцовые интрижки, клянусь, об этом не читал я в книжке. Прости, отвлекся, о бессмертии все ж. Хватает ли для пьесы сей смычка? Жизнь человека слишком коротка, наделена немногими дарами. Один из них летать под облака, условно вознося себя крылами в грядущие прошлые века. Но чаще на поверку это ложь, бесплодное мечтание червяка. А ты, ну расскажи, как ты живешь? Левиафан сравнительно с нитка. Чем заполняешь временные норки? И был ли ты в Чикаго или Нью-Йорке? Неужели все в Муроме или рядом? На кой тогда всевластие твое? Занятное довольно быть ее в тех городах, а также и окрест, и нового, правда, цвета вранье, не черное, но злачных всяких мест хватает, и, конечно, питье, как и везде, зовут желанным ядом. Меня, к примеру, лечит мумиё, режим и отвращение к мелким гадам, чудесное домашнее зверье, любовь к счастливой рифме и боренье за каждое в ночи стихотворение. Горбатого могила, эко диво, трамвай трепещет крылышком дуги, и мчится в ночи кругом враги, внутри вагона тоже, но выходит и вражески меняется состав. Нейтралитет вдоль рельсов тихо бродит, читая катехизис как устав. Но дети заливаются счастливым, действительность еще не распознав, не добежав до черного обрыва, куда срываясь, всяк меняет нрав. Мир детям, добрый мир, хотя бы им. Без них и мы в своем не устоим. My dear friend, как много слов не нужно, как много понту, позы и вранья, пытаюсь честным быть и я, друзья, хотя бы в очертаниях наружных, а внутренний мой круг, да мой, да и ваш, он за семью скрипящими замками, ключи хранит Кощей. Кощей не дружит с нами, да и вообще, товарищ, он не наш. Хотя и соотечественник знатный, и тепло он свыше всяких мер, он нам не положительный пример. И родственник довольно неприятный из бывших монолитных СССР. Представить страшно, что-то с ними будет на фоне, так сказать, того, что есть. А дальше многоточие и продолжение. Все начинали, да? Начало хорошее. Да без конца. Начало обещающее. Но буду без конца. Слава Богу. Все? Говорит, что у меня это самое, да? Все.
Слушай, Фимка, что там ты вот все снимаешь? Зачем? А ну, засними вот эту мадам, засними ее, пожалуйста. Не надо. Очень хорошо. Кто-то скажет, что вы с Котнем была. Не зашерсть, Дмитрий. По траве луговую. Озаренная солнцем, счастливая женщина, по траве луговой, что бежала к тебе. Озаренная солнцем, счастливая женщина, и от нежности к ней, себя позабыть. Зашататься чудной и сладостной боли, не прошу ничего, только этот порыв. В луговом золотистом трезвоне не прошу ничего, только этот порыв. В луговом золотистом призвоне неудачи прошу, и лавровых венков не забыть мне сама того вещего, как бежала ко мне в аромате лугов, озаренная солнцем счастливая женщина, как бежала ко мне, как бежала к тебе в аромате лугов, озаренная солнцем счастливая женщина. Хорошая песня. Красиво.